Так, Сатурн. 26 декабря 2023 год. Наконец-то безветрие. 1,5 миллиарда километров до Сатурна. Видно, да, по его расположению колец Солнца. Пик на небосводе преодолел. Навелся я на него, потому как самый удаленный и тусклый объект. Но у нас есть еще Луна. Так, сейчас, секунду. Совершенно неожиданным образом, нежданно, негаданно, тучки разошлись. И выйдя до Витру, я выбачаюсь, я вдруг обнаружил на какой красоте. Уменьшаю выдержку. ISO 400 сейчас стоит. Но это я, дабы снять Сатурн. Он тускленький. Я минимальное ISO, я постремался ставить, побоялся. Ты посмотри, моя красавица. Но сейчас я сниму Луну, сниму Юпитер, Сатурн, и отдельно он Аристарх, кратер, самый маленький, 60 миллионов лет. Не намного меня старше. Да, не буду я сейчас при таком ISO. О, ты посмотри на эту ляпоту. Сейчас я отдельно буду снимать Луну там на самых минимальных ISO, чтобы качество изображения было получше. Ну, по-моему. Значит, сегодня ночью полнолуние. То есть сейчас у нас сколько? Ну, через несколько часов, в общем. 27-го. Тут осталось уже. Не выдержал. Все-таки сделал максимум увеличения. Да, давно такой погоды не было. Небо не очень чистое, но, ребята, жаловаться не буду. 26 декабря, плюс 10, чтобы вы понимали, на улице я в камуфляже стою. Безо всяких бушлатов. Так, ну ладно, поехали. Теперь Юпитер. Коротенько. И полностью счастливые переключимся на... Вот Юпитер у нас как раз сейчас на пике. Практически. Чуть не на самом юге. Вон они, наши галилеевые спутнички, уже я их вижу в окуляре. Так, первый. А, что ж там первое было? Ганимед, Каллиста, а уже после Юпитера Ио и Европа. Ио, наверное, плохо видно. Европа пасет задник. Сейчас я уменьшу немножко выдержку. Может, и полосы даже увидим экваториальные. О, увидели. Эй, ты где? Ты от меня не бегай, пожалуйста.
То есть 125 крат оптического увеличения, зум. Еще 4 цифровое, то есть 500 кратное увеличение, грубо говоря. Хотя не очень корректно. То есть мне, чтобы навестись, приходится ножку штатива смещать на несколько миллиметров. Иначе вся эта картинка выпадает из кадра. Ну, полосы видно, да? Опять же говорю, небо не очень чистое. Поэтому идеально мы этих полосок экваториальных не увидим. Ну хорошо, сейчас перейдем на ИСО сотню. 26 декабря 2023 год, возле города Орехов. Запорожская область.